Всем привет, ребята! С вами снова Демастер. И сегодня у меня на канале стало 100 тысяч подписчиков, за что я вам всем, ребята, хочу сказать спасибо. Естественно, я вам всем благодарен, потому что без вас бы не было бы 100 тысяч подписчиков. Канал все-таки наш общий. Ну, а сказать, наш общий канал мой, да, по идее, но без вас он бы не был бы таким разнообразным, разными играми и вообще разными другими штучками. В общем, к чему я сейчас это говорю ко всему и что я хочу сказать. Вообще, у меня была идея сделать крутой ролик на 100 тысяч подписчиков. Но что-то я так, знаете, немного поленился, что ли, или там немного как-то зафейлился в каком-то плане. То есть, как-то, ну, я там хотел одну картиночку получить, но я не получил, в итоге ролик не получился. Давайте на следующую кругу дату попробуем его замутить. А пока я сделаю стандартнейший ролик, где я показываю всякую хрень и говорю вообще, ну, типа, что за канал, там все остальное. Для новых подписчиков, кто только подписался, кто не знает, что я делаю, чем я занимаюсь, там, где можно меня там найти, бла-бла-бла, ну, в общем, все это поля и так далее. Да, ребята. В общем, в Annihilation только что круто сыграли, может быть даже конец Annihilation, который я там подзаписывал, запишу, как бы там красных месили в мясорубке под конец этого видео, смотрите, может быть увидите, если я записал, если не записывал, то не записывал, если записывал, я не снимал эту серию, мы там просто тренировались, играли там, в общем, неплохо было там, у нас было что-то 6 или 7 зелий, мы побежали там Fire Resistance, что-то, ну ладно, неважно, в общем, чем я занимаюсь, ребята, что я вообще хочу сказать вообще по этому поводу, ну, для новичков, вообще, всем остальным я говорю спасибо, ребята, просто, ну, пократься, да, то есть, я не знаю, может, какой-то розыгрыш лицензионного аккаунта сделать, и, тьфу ты, какого аккаунта, у меня уже не 100 подписчиков, как раньше, имеется в виду ключа Майнкрафта, я не знаю, просто, видите, я вообще всю эту идею с розыгрышами сейчас в последнее время как-то, ну, не знаю, как-то скептически поэтому отношусь к этому, потому что, ну, смотрите, подписчиков много, а выиграть всего один или два, там, или 10 человек, и как-то, знаете, все равно обидно, всем остальным будет немножечко обидно, что они не выиграли, и хочется как раз-таки, чтобы этого обиды не было, да, ну, в общем, ребята, в общем, вы поняли, к чему я клоню, то есть, наверное, никаких конкурсов, может, ну, может, будут потом эти розыгрыши, но что-то я так думаю, все-таки мало кто выигрывает. Ладно, все, перейдем к сути. Во-первых, ребята, во-первых, вот мой канал на Ютубе, на него вы, скорее всего, уже зашли, если вы на него подписаны, вообще здорово, это как бы хорошо. Всем вам спасибо за 100 тысяч еще раз подписчиков, вот. Но, кроме, я не ограничиваюсь YouTube-каналом. Каждый день я сижу в своем TeamSpeak'е, вот, я сейчас его открою, вы его должны увидеть на экране. В моем TeamSpeak'е в среднем сидит каждый день, вот сейчас вот уже как бы поздно. Да, сейчас уже 130-150 человек сидит, но в основном до 200 человек доходит каждый день. Вот, иногда он, конечно, падает, видите, 7 часов назад он падал, но это сегодня были технические работы, поэтому он подупал, но это не важно. Люди играют здесь в Annihilation, в CoC, Dota, Rust, Minecraft, в корпусе раков сидим, получают значки, вот видите, тут еще какие-то ивенты проводят другие модераторы, администраторы, это же без меня делают, естественно, но если вам интересно, повеситься можно, то есть здесь всегда вот эти общения, чем это лучше, чем Raid Call, качество звука, модерируемость и так далее, здесь не заходят всякие левые флудеры и матершинники, ну они, конечно, заходят, но мы от них обычно избавляемся, да, вот, но, естественно, такие бывают. Ну, уже если сравнить с редколом, намного их меньше. Ладно, приступим дальше, ребят, приступим дальше. Это был именно TeamSpeak, да? Вот, то есть вот он так вот выглядит, это окошечко. Как его скачать, или вы можете найти на моем канале, только зайдите вот видео, да, и можно ввести, вот тут есть такая кнопочка поиск, вы нажимаете там, не знаю, переезжаем в ТС, вроде бы называется. А, да, вот, переезжаем из Raid Call of TS. Сразу же первое вот видео, 20 тысяч просмотров. Можете, кстати, его популярно найти, потому что оно у меня было в этом... Тут все популярно. Но я мало популярных роликов, на самом деле, потому что я очень много роликов клипаю, и все в основном не смотрят старые ролики, вот. Вот он прямо по второму популярности. Тут гайды еще есть, Annihilation, куча всего остального. Ну, это уже как бы понятно, это понятно. Тут много-много Annihilation, много всяких разных роликов. Лол, тут что-то же есть. Демастер играет в Миллионер. Боже мой, 7 месяцев назад, это же один из моих самых первых роликов, ребята. Ладно, неважно. Но все мои первые ролики я начал реально недавно. Я меньше года снимаю. То есть я снимаю примерно 7 месяцев на Ютубе ролики свои. Вот, ребята, поэтому как бы... Ну, не знаю, вот 7 месяцев снимаю, уже 100 тысяч подписчиков, для меня это, конечно, какой-то никакой успех, вот, и, естественно, без вас бы это не получилось. Ребят, не забывайте, что у меня на канале есть плейлисты, я их обновляю примерно раз в 2 месяца, конечно, это мой минус, это, конечно, мой минус, ребята, но обновляю их, стараюсь, конечно, для вас, то есть их уже немало, то есть так вот заходите в видео, добавленные плейлисты, нажимаете и смотрите плейлисты, ну, Dead Space надо будет добавить серии, избранные видео надо удалить, вообще есть чьи-то видео, другие есть, вот, и тут вот есть несколько плейлистов, как видите, очень
очень мало, но их будет больше. Основа Annihilation, то все, чтобы Mega The Wall сейчас сдувается. Это просто началось месяц назад, а плейлисты недавно только обновил Skyblock и так далее. То есть все это будет в плейлисты забиваться, Rust и все остальное. 7 Days to Die новые и так далее. Все забьется в новые плейлисты, вы сможете их посмотреть. Естественно, если что-то не смотрели, заходите, тоже можете глянуть. Вот. Также листайте на канал вниз, возможно, вы тут найдете что-нибудь интересное. Вот тут с Евгехой играли, еще первый раз, когда только с Евгехой, можно сказать, познакомился. Мы играли всякие карты на прохождение, типа Херобринс Ретурн, там, Зомби Апокалипсис и так далее. А также у меня есть свои сервера Майнкрафта, ребята. Вот если открыть, можно ввести Кристалликс. Вот ссылочка, наверное, оставлю в описании. Вот, они, конечно, сейчас пока что все на технических работах, почти все, но как все... Кто-то какие-то нет, какие-то да, сейчас просто я говорю, сейчас уже вечер, я сейчас ночью уже записываю. Ну, не ночью, конечно, вечером, да. Вот, и поэтому онлайн чуть поменьше. Плюс завтра будет день, многие уже спать. Пошли в школу, кому-то на работу, кому-то там еще. Ну, вряд ли на работу, конечно, хотя кто знает. Вот. Hunger Games недавно открыли, правда, я не одобряю, тебе это что-то как-то мне не понравилось. Ну, можете зайти посмотреть, но это, конечно, вообще жесть, что-то как-то мне не очень понравилась эта тема у них. Но это они без меня делали. Мы занимаемся сейчас чисто Бикаром, вот, и Андорой, но они будут не скоро еще. Бикар и Андора, они будут еще не скоро. Ну, думаю, как не скоро, там уже почти все готово, с одной стороны. С одной стороны все готово, а с другой стороны еще много чего не готово. То есть, как закончим, будет вообще бомба, это будет просто такая... чудовищная вещь. Все остальные RPG сервера по сравнению с нашим, вот, когда мы его закончим, будут просто неважно. Вот, а пока что вы можете расслабиться на Кероне или на Вольтере, потому что они как бы работают стабильно, они, конечно, не такие крутые, но там довольно-таки тоже интересно. Классик мы так и не сделали за все это время, хотя хотим, но это долгая история с классиком вообще и с лаунчером, в общем-то, ну ладно. В общем, ребята, вы знаете, можете зайти, я ссылку, наверное, ссылка в описании всегда есть, да, вот TeamSpeak, мы сервера по майну, это как бы да. Вот, вторая вещь еще есть, я открыл свои сервера по Расту, да, сейчас найду, может где-то здесь группа, если раз, ладно, неважно, я буду искать, в общем, кому интересно, ребят, найдете мои сервера по Расту, это несложно сделать, да, ребят, в принципе, вот моя группа ВКонтакте, в нее можете зайти, ссылочка на нее, опять же, в описании есть всегда, вот, ребят, заходите, посмотрите, если вам понравится, то есть тут всякие комиксы делают, что-то еще непонятное, в общем, ребят, зайдите, посмотрите, если вам понравится, то подпишитесь, естественно, вот, я буду рад. Не смотрите, что у меня такая куча вкладок, просто у меня столько серверов, там работаю, там вкладки, вон там UTS сервера, Minecraft сервера, там хостинги тут, ВКонтакте музычку еще послушать надо. Вот, тут еще какие-то игры, шотбол там Expo покупал, мне Unail, я там классы купил себе, вот там, ну и так далее. В общем, ребята, в принципе, на этом все, да, а может быть, что-то еще дополню в будущем, ребятки. Вот, всем спасибо за просмотр, спасибо, что вы смотрите вообще мои ролики, я очень рад, что у меня такие хорошие подписчики, как вы, мало хейтеров, реально, я... очень-очень сильно рад. Всем, ребят, спасибо. Кошка мяукает, надо уже идти, видимо, кормить. Батька, иди сюда. Мой маленький, иди сюда, котик мой сладенький. Ладно, ребят, в принципе, это все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, ребят, и всем пока. Рассказывайте о моем канале своим друзьям, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Вот, ребята, все. Благодаря вам. Всем удачи и всем пока. Теперь как закрыть видео? -то? Вроде так. Я пойду с вами, пацаны, по фарме, окей? Не бейте, не бейте Нексус, не бейте Нексус! Какой фарм? Жопа. Блин, я свою видеокарту в жопу засуну. Давай. О, за... меня Инузука засунула. Пацаны, пишем. Нафига Хесту...